Mom. Мы ведь так давно мечтали пойти. И никто нам это просто так не обломает. Чёрта с два. Мы это заслужили. Это будет лучшая ночь в моей жизни. Ну что, сделаем это сегодня? Да! Снимемся в величайшем фильме ужасов всех времен? О, чёрт! Нет, 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 нет! Добро пожаловать на Бладфест, ублюдки. Мы пересмотрели сотни фильмов ужасов, а теперь сами попали в один из них. И никто не знает ужастики лучше, чем ты. Именно в этот момент тебя и хватают. Обычно. Хватает кто? Есть два варианта конца фильмов ужасов. Первый – выживает один человек. Второй – не выживает никто. Вот сейчас и узнаем. Что, если я тебе скажу, что ты сегодня умрешь? Сейчас я эту монахиню разбавлю!